Hi, Bixby. Find me a restaurant nearby. How about a French bistro? Great. Make a reservation. Bon appetit. Hi, Bixby. Please give Zeus an extra. Thank you, everyone. Thank you. Большое спасибо. I'm so glad to be back in Brooklyn. Я рад быть снова в Бруклине. Unveil the newest version для того, чтобы представить вам новое поколение most самого технологичного Note. И мощного Samsung Note. Thank you. Большое спасибо. But as excited as I am, но and я знаю, что вы разделяете эту радость. Very excited. И я все-таки чрезвычайно рад. Скажу об этом еще раз. Потому что я здесь не только для того, device. Чтобы представить вам новое устройство. Шесть месяцев назад в Сан-Франциско the world's eyes, мы the new представили миру новые возможности, которые олицетворяют собой новую эпоху прогресса и инноваций. There, и именно там я рассказывал о видении Samsung в плане инноваций и нового мобильного опыта, который будет с нами постоянно, который будет безупречным с помощью, конечно же, носимых устройств. Это опыт, который преодолевает любые платформы и любые преграды. И сегодня я здесь для того, чтобы показать вам, каким образом мы реализуем это видение в новые современные инновации, прокладывая путь для новых технологий, создавая новые категории и создавая новые партнерства. 10 лет назад смартфоны изменили нашу жизнь, изменили нашу работу, общение, самовыражение, изменили нас самих.
the time has come, и настало время, to take the next big leap, когда мы с вами делаем новый огромный шаг в будущее. It begins with и все это начинается с нового подхода к технологическому прогрессу, который innovation. Мы называем опытом проживания инноваций. Experience innovation инновации опыта – это не просто какой-то новый функционал в вашем смартфоне. Это вопрос интеграции устройств, сервисов и возможностей по всей линейке устройств Galaxy и нашей огромной партнерской экосистемы. И именно такой опыт, который будет бесшовным, гладким, постоянным, сможет полностью раскрыть потенциал ваших идей и вместе с этим сделать вашу жизнь гораздо более комфортной. Инновации опыта стали возможными сегодня, потому что новые революционные технологии, такие как 5G, создают идеальные условия для того, чтобы получить большее с помощью миллионов подключенных устройств, которые будут обмениваться данными на гипербольшой скорости. Технология 5G вводит нас в совершенно новые измерения. И компания Samsung находится на переднем крае инноваций, которые делают все это возможными. Технология 5G позволит нам загружать любимые фильмы, любимый контент буквально за секунды. Наши города станут более безопасными, станут умнее, общественный транспорт будет работать более эффективно и будет более надежным. И наши компании станут более продуктивными и эффективными. При этом нужно сказать, что с приходом технологии 5G и с подключением множества новых устройств на первый план выходят вопросы безопасности. И эти вопросы становятся более сложными. Инновации опыта зависят от вопросов доверия, доверия той сети, частью которой вы являетесь, тех сервисов, которые вы потребляете, и тех устройств, на которые полагаетесь. И в Samsung нам хорошо известно, что доверие — это базовый вопрос, а фундаментом доверия является безопасность. Безопасность должна быть встроена в устройство на уровне чипсета, на уровне сети и на уровне приложения и затем на уровне облака. Цепочка обеспечения безопасности в компании Samsung является одной из самых передовых. Таким образом, мы создаем новые стандарты обеспечения вашей безопасности. И с помощью Samsung Knox мы предоставляем многоуровневую безопасность, которая признана и правительствами, и гражданами по всему миру. Мы завоевываем доверие, обеспечивая и внедряя меры безопасности абсолютно во все аспекты цифрового и связанного мира. И теперь Samsung создает опыт инноваций и встраивает его в каждое создаваемое устройство, в каждый сервис, который мы предлагаем. Это в сердце нашего обязательства перед сегодняшним и будущим поколением, чтобы мы могли учиться жить и работать в полной безопасности. Это поколение, которое стремится к новому, поколение, которое стремится к расширению своих границ. Это поколение, которое пытается обрести новый смысл, новое понимание во всем, что они делают. Это поколение, которое больше всего ценит искренность, непосредственность, гибкость и скорость всего, что происходит в жизни. И я отдаю дань их амбициям. Поэтому для всех, кто требует от себя и других самого лучшего, с гордостью хочу представить вам следующее поколение самого технологичного мобильного устройства в мире. Это машина для работы, для отдыха и для жизни. Это устройство, которое предоставляет вам и скорость, и продуктивность.
И это был один из самых сложных проектов для нас. Чтобы вы могли быть мобильными где угодно, чтобы вы могли раскрывать свой творческий потенциал и делиться своими историями в реальном времени, публикуя видео профессионального качества и фото профессионального качества в вашей сети, чтобы ваши друзья и вы сами могли играть в многопользовательские игры, чтобы вы создавали визуальные образы кинематографического качества. И чтобы вы могли планировать свою жизнь, планировать свои встречи, зная, что вы никуда не опоздаете и будете максимально эффективно использовать свое время. И для всех тех, кто формирует будущее, создавая его, с огромным удовольствием представляю вашему вниманию Galaxy Note 10. Благодарю вас. Мы только начинаем. И хотим показать вам сегодня очень многое, чтобы вы получили первый опыт, первое представление о том, какие инновации нам доступны сегодня и ждут нас в будущем. Ну и кроме того, у нас сегодня особые гости. Спасибо, что вы с нами сегодня, дорогие друзья. И сейчас, пожалуйста, занимайте свои места и приятного вам шоу. Спасибо. Дамы и господа, поприветствуем на этой сцене Дрю Блэккарт. It's great to be back here in New York City. Я очень рад быть снова в Нью-Йорке для того, чтобы представить вам невероятный, потрясающий Note 10. Note 10 созданы для нового поколения. Это поколение, которое меняет все, меняет то, как мы с вами работаем и то, как мы живем. В наши дни мы занимаемся работой сегодня и в следующую минуту начинаем играть с друзьями. И грань между работой и жизнью размывается постоянно. Это означает, что нам необходима технология, которая будет течь вместе с тем, как течет наша жизнь. Эти устройства, которые мы представляем вам сегодня, созданы специально для новой эры мобильной продуктивности. И говоря продуктивность, я имею в виду не только работу, не только бизнес, но и то, как мы что-то создаем, то, как мы проживаем свою жизнь. И для этого устройства должны быть универсальными, мощными и постоянно подсоединенными. Note 10 олицетворяет все это и даже больше. Это смартфон, который способен на все, созданный для людей, которые хотели бы делать все, что они хотят в своей жизни. И опыт работы с Note всегда начинается с экрана, потому что, конечно же, большой экран означает больше места для того, чтобы что-то печатать, читать, рисовать. Делать все, что вы хотите. И теперь, впервые, те люди, которые всегда хотели извлечь максимум из портативного устройства, смогут это сделать. Мы оснастили Note всеми устройствами, всеми возможностями. Два размера экрана. Вы можете выбрать из них тот, который подойдет вам более всего. Note 10 обладает всем, что вам нужно, все, что вы любите, но теперь он стал еще более эффективным и более компактным. Это самый узкий Note, который мы когда-либо создавали. И для тех фанатов Note, хочу сказать, что Note 10 Plus сегодня вмещает в себя самый большой экран, который когда-либо был присущ этому устройству.
Both devices are impossibly thin. Оба устройства невероятно тонкие, менее 8 миллиметров. И, конечно же, оба обладают экраном, который дает вам потрясающий кинематографический опыт. Динамический AMOLED-экран Note 10 дает ощущение погружения. Это иммерсивное ощущение. И он дает вам возможность увидеть больше, без какого-либо компромисса по качеству экрана. Мы даем вам больше экрана, меньше помех. Более того, телефон буквально безрамочный. И соотношение экрана и корпуса самое большое. Для того, чтобы вместить такой экран, мы сделали камеры меньше. И мы разместили их по центру этого Infinity дисплея. А внизу сканер отпечатков пальцев, который встроен прямо в экран, для того, чтобы вы могли легко разблокировать свой телефон. Здесь используется программное обеспечение на основе машинного обучения для того, чтобы именно ваши отпечатки пальцев идентифицировать. Этот иммерсивный экран — потрясающий дизайн, на который вы обратите внимание. Когда дело касается цветов, то мы предложили самые потрясающие и новые опции. Вот они на экране. Неважно, какой нот вы выберете для себя, вы найдете тот цвет, который подходит именно вам. Aura Glow, который создает такие флуоресцентные цвета, какие мы видим сейчас на экране. Потрясающе. И, конечно, неважно, какой цвет вы выберете, ваш Note 10 будет оснащен функцией, которая присуща только ему. Это S Pen. С самого первого Galaxy Note пользователи всегда понимали, что стилус S Pen — это не просто отдельный инструмент, это сердце работы с Note. И пользователи вдохновляют нас каждый год раздвигать границы возможного того, что может выполнять это устройство. Вы можете писать быстрые заметки, можете составлять более объемные тексты, и система работает просто потрясающе. И опыт настолько невероятный, что мы также решили оснастить им и другие устройства, включая совершенно новый Galaxy Tab 6, который мы представили буквально на прошлой неделе. Давайте мы на него посмотрим. Совершенно потрясающее устройство. И как вы видите, Tab S6 тонкий, легкий, и он создан для того, чтобы вы были максимально креативными и продуктивными. И так же, как Note, он оснащен стилусом, и теперь есть вот такой киборд, который оснащен и трекпадом по запросам многих людей. Tab S6 потрясающий, вы можете работать, играть, смотреть контент, и он прекрасно сочетается и работает с вашим Note. Вы можете использовать эти устройства и получать доступ в ваше любимое приложение с собой к устройству. И мы оснастили это устройство как никогда. Вы можете увеличивать, уменьшать изображение, можете просматривать ваши записи и заметки именно так, как вам это удобно. И вот что мне нравится больше всего. Теперь эти заметки не обязательно остаются только на экране вашего устройства. Вы можете рукописный текст конвертировать в печатный текст. Теперь вы можете создавать из них текстовые файлы, PDF-файлы или документы Word.
И теперь мне не обязательно нужно переписать эту заметку, я могу экспортировать его прямо с моего мобильного устройства на десктоп. Я даже могу сделать так, чтобы устройство распознавало многие языки. Мы использовали огромную базу данных многих языков для того, чтобы это сделать. Теперь S-Pen может конвертировать ваши записи в текст, причем переводить его на разные языки. Это все возможно с помощью машинного обучения. Конечно, S-Pen не просто инструмент для ведения записи. Это инструмент также для проявления вашего творчества и креативности. В прошлом году мы представили соединение по Bluetooth для того, чтобы пользователи могли делать свои фото, используя также S-Pen. А в этом году мы пошли еще дальше. Мы оснащаем новые сенсоры, 6 прикосновений, также гироскоп и акселерометр. И теперь вы можете двигать стилусом, и, соответственно, устройство распознает его. Чтобы показать, как это работает, у нас есть особая демо. И давайте поприветствуем Эви Зубек. Она тревел-блогер. Друзья, очень рада, что я здесь. Я путешествую по всему миру, но сегодня я нахожусь прямо здесь, в зоне Product Experience, для того, чтобы показать вам, как работает стилус в Note 10. Когда путешествуешь по всему миру, то иногда оказываешься в совершенно удивительных местах, и очень часто я нахожусь там одна. Иногда бывает трудно задокументировать то, что ты ощущаешь, и поделиться этим со всеми. Когда я путешествую одна, я хочу сделать фото, записать видео, иногда я просто попрошу кого-то, чтобы кто-то взял мой телефон и сделал это для меня. Но, признаемся, не каждый человек сможет сделать для вас хорошее фото или снять качественное видео. И вот почему я очень рада, что могу использовать S-Pen с функцией дистанционного управления, потому что теперь мне становится легче оперировать своей камерой, когда я нахожусь одна, без чьей-либо помощи. Вот как это работает. Итак, здесь мой Note 10, есть штатив, и я стою прямо перед ним. Для того, чтобы начать, я держу в руке стилус S-Pen, я направляю его для того, чтобы открыть камеру, она открывается, и теперь я могу записывать свой видеоблог. Здесь есть очень много крутых режимов, которые вы можете выбрать, и с помощью функции отслеживания движения S-Pen я могу передвигаться между этими функциями, используя только S-Pen, без того, чтобы прикасаться к экрану. В этом нет никакой необходимости. Я хочу приблизить картинку или, наоборот, удалить ее. Все это могу сделать с помощью дистанционной функции. Когда я закончила эту видеозапись, я просто нажимаю на кнопку. И все. Когда я нахожусь в какой-то поездке, иногда я хочу поделиться с вами потрясающими местами, те ландшафты, которые вижу, те люди, с которыми я общаюсь. И если я вижу что-то интересное, заслуживающее вашего внимания, которое находится, например, с тыльной стороны моего смартфона, я просто могу сделать свайп-ап, сделать флип с помощью S-Pen и затем переключиться на основную камеру. Это просто потрясающе. И я хочу взять Note 10 в следующее путешествие. Еду в Монголию. Я там буду также находиться в режиме соло. И обещаю вам, что я буду все это документировать. Вы сможете увидеть мое путешествие. Дрю, передаю тебе слово. Эва, спасибо большое. И как вы видите, мы интегрировали новые способы того, каким образом S-Pen может управлять вашим телефоном и способствовать продуктивности и креативности. Вы также можете управлять с помощью этого стилуса и другими приложениями. Мы интегрировали это в YouTube Premium, и теперь мы даем пользователям Galaxy доступ в YouTube Premium. Если я хочу посмотреть одно из видео, которое записала Эва, я могу включать запись, воспроизведение, перемотку, управлять громкостью. Все это не прикасаясь к экрану. С помощью дистанционной функции. И сегодня вечером мы открываем SDK для того, чтобы разработчики могли бы добавить эту функцию и в свои приложения. То, что раньше было совершенно немыслимым. С помощью вот этого нового опыта вы можете пользоваться своим S-Pen больше, чем когда-либо раньше. Новая батарейка, которая работает много-много часов на одном заряде. А перезарядка, она очень легкая, вы можете просто вложить S-Pen в свой Note. Это все, что нужно. S-Pen — это потрясающий пример того, каким образом Note меняется и подстраивается под наши потребности. Но это не единственный инструмент креативности, который является частью Note 10. У нас есть и потрясающие камеры, который позволяет вам снимать как профессионал. Смартфоны сделали из нас фотографов. Мы с помощью телефона фиксируем события нашей ежедневной жизни и какие-то памятные события. С помощью Note 10 вы можете найти тот объектив, который
нужен для каждого снимка. Это дает вам разнообразие для того, чтобы снимать самые разные фото и видео в самых разных ситуациях. Наши смартфоны позволяют нам делать удивительные фото, но мы хотим, чтобы и наши видео также были профессиональными. Для этой цели нам необходимы точные инструменты. Поэтому сегодня мы берем такие инструменты и из фото делаем видео в некоторых случаях. С помощью Note 10 вы можете создать безупречный опыт записи видео, картинка, звук и, конечно, редактирование. Функция «Живой фокус» позволяет вам акцентировать передний план, и с помощью Note 10 вы можете применять эти функции и к фото, и к видео. Теперь еще и к видео. Если вы снимаете фото на переднем плане, то вы можете акцентироваться на том объекте, который снимаете. Это потрясающе. Если говорить о визуальном ряде, это одно. Но давайте поговорим и о звуке. Потому что звук не менее важен. Теперь мы можем фокусироваться не только на изображении, но еще и на звуке. Видеоопыт Note 10 дает вам потрясающий инструмент для любой ситуации, даже когда вы снимаете какой-то экшен. И Джек и Эва, давайте дадим им камеры, посмотрим, что произойдет. Я думаю, что это будет очень интересно. Функция суперстабилизации позволяет вам снимать с помощью смартфона как с экшен-камерой. Мы можем снимать десятки тысяч кадров и можем работать в предиктивном режиме. Можете ли вы увидеть разницу? Да, слева 9, справа 10. С помощью гиросенсора теперь ваша камера замеряет движение, замеряет различную тряску и нивелирует этот эффект. Теперь видео — это не просто снять какое-то видео или аудио. Для этого мы создали редактор, видео- и аудиоредактор, который находится прямо в вашем смартфоне. Мне тоже он очень нравится. И теперь у вас есть полный инструментарий для того, чтобы поделиться с миром своей историей. И кто может рассказать об этом лучше, чем профессионал? Кэзи Макферти, давайте поприветствуем. Привет, меня зовут Кейси МакПерри, и я создаю контент, я нахожусь в Лос-Анджелесе. Самая лучшая камера — это та, которая находится с тобой в любой момент. И с помощью разных объективов я могу снимать динамичные фото и видео. Система суперстабилизации помогает мне создавать потрясающий контент без потери качества видеоизображения. И теперь я могу снимать все, что угодно, и не чувствовать, что я что-то теряю. Я могу редактировать отснятый материал прямо на устройстве и получать на выходе именно то, что мне нужно. Когда живешь в Лос-Анджелесе, это место становится источником вдохновения, поэтому хочется заснять больше, хочется создавать какой-то контент и материалы буквально каждый день, делая это в движении. И Note 10 позволяет мне делать именно это. Итак, Кейси говорит о том, что он снимает и редактирует все на Note 10. Больше ничего не нужно. В наши дни мы постоянно делимся фото и видео, мы на связи со своими близкими и друзьями. Мы всегда пытаемся найти какие-то новые способы персонализации, разные стикеры и все эффекты. И теперь Note 10 позволяет вам создавать собственную индивидуализацию. Система дополненной реальности, которые становятся все более популярными. И Note 10 позволяет вам использовать их по максимуму. Сегодня мы запускаем совершенно новый опыт, который сочетает и стилус, и качество, для того, чтобы вы могли создавать что-то совершенно по-новому. Давайте вернемся в зону продуктового опыта и посмотрим, как сработает с этим Шан Д'Антис. Дрю, спасибо большое, всем привет. И мне очень нравятся те приложения, всякие фильтры, которыми мы все пользуемся. И я иллюстратор, который работает на многих платформах, и я решила протестировать Note 10. Я раньше никогда не думала, что можно использовать такие профессиональные инструменты на Note 10, поэтому я очень рада тому новому функционалу, который встроен в это устройство. Я покажу вам, как это работает с помощью Джоша. Он сегодня будет моделью. Джош, привет! Так что мы сейчас откроем камеру.
Put it in video mode. Затем я ставлю режим видеосъемки и кликаю на иконку в правом верхнем углу. И теперь я начинаю рисовать. Собственно, я пишу имя Джоша на случай, если кто-то из нас забудет, как его зовут, может быть, вы уже забыли. И теперь я использую вот эту кисточку 3D для того, чтобы поработать с ним, поработать с задним фоном. And then we're going to use this special effect. Вот так. И теперь мы используем специальные эффекты. Вот они для того, чтобы дорисовать такие металлические аспекты сюда. Вот такой дудл. Теперь система распознает его лицо. Если он сейчас будет двигаться, посмотрите, мои рисунки двигаются синхронно с ним. Если он начинает прятать свое лицо, они исчезают. Если он снова смотрит на меня, то эффекты появляются снова. Это работает также и с группами людей. То есть вы можете персонализировать все фильтры. Но на это все не кончается. Если я нажму функцию повсюду, везде, здесь у нас есть какая-то графика, это очень круто. И здесь я добавляю, например, вот эту кисточку. Это невидимая ручка, но, по сути, она отслеживает то, что находится вокруг вас, и показывает отражение. Это просто невероятно. Затем я снова беру свою металлическую кисть, вот она, и начинаю прорисовывать большую спираль. Вы видите, то есть я даже не понимаю, как это работает, но нот чувствует, что происходит вокруг, он чувствует глубину, и в реальности я вижу, что вот рисунки, я могу рассматривать их даже с самых разных углов. Я ничего подобного раньше не могла сделать ни на каком смартфоне. Ребята, вы слышите меня? Кто-нибудь живой? И я думаю, что это потрясающе. Вы можете добавлять какой-то креатив к видео, и мне интересно, как это отразится на том, как мы с вами работаем, как мы развлекаемся. Я могу представить, что я создаю даже какие-то полотна, какие-то рисунки, или начинаю создавать какие-то вещи, которые существуют в своем воображении, и я могу использовать стилус и делать такие живые дудлы. Я нахожусь в продуктовой зоне, и после шоу я могу показать им, как это работает. Подходите и увидимся. До скорого. Спасибо большое за ваше внимание. Шан, спасибо большое. Мир теперь — это ваш холст, это ваша картина. Это еще один пример того, как Note 10 позволяет вам тренировать свое воображение и свои креативные силы. Note 10 Plus дает вам еще один опыт дополненной реальности. Это совершенно новое измерение вашей креативности и вашей продуктивности. Это 3D-камера. Камера, не похожая ни на что другое, что было раньше в устройстве Galaxy. Вместе с широкоугольной камерой она замеряет глубину поля, на которое вы смотрите, используя систему AR для того, чтобы действительно предоставить вам совершенно новый опыт, такой как 3D-сканы. Теперь вы можете пользоваться Note 10 Plus для того, чтобы сканировать какой-то объект и оживлять его. Давайте вернемся к Джошу и посмотрим, как все это работает в реальной жизни. Дрю, большое спасибо. 3D-сканер — это просто круто. Позвольте мне показать вам, как все это работает с помощью вот этого небольшого друга. Его зовут Бобби. Эй, Боб, привет, ты готов? Я открываю 3D-сканер, вот он, и начинаю сканировать объект. И мы начинаем. Сделаем так, чтобы я снял его абсолютно со всех ракурсов. Вот таким образом. Я думаю, что я уже почти закончил. Идеально. Когда я закончил сканирование, теперь 3D-файл появляется на экране. Вот он. И теперь, когда я его получил, я могу создавать самые потрясающие вещи. Если у вас есть доступ к 3D-принтеру, вы можете использовать эти сканы для того, чтобы копировать те объекты, которые сканируете. Либо вы можете создавать какие-то видео в трех измерениях, используя, например, Бобби как главного персонажа. Я покажу, как это сделать. Сначала трекинг тела, вот он, и затем соединить. Note 10 картирует его движение для того, чтобы создавать зеркальный эффект. И это реально начинает оживлять этого персонажа. Давайте посмотрим, каков он. Эй, Шан, привет. Give us a wave. Сделай волну. Помаши ручками. Wow. Вот так. Вы видите, что происходит? Бобби теперь начинает зеркалить ее движение. И он может делать не только это, не только махать, но кое-что еще. Я хочу показать вам сейчас очень крутую опцию. Isn't that awesome? Это здорово, правда? Посмотрите, Бобби начинает двигаться.
3D-сканирование — это совершенно новый уровень артистического самовыражения, и возможности здесь действительно безграничны, поэтому попробуйте сами. Заходите в продуктовую зону сразу после шоу. Джун, передаю тебе слово. Джош, огромное спасибо. Бобби, тебе тоже спасибо. Как вы только что видели, Note 10 создает совершенно новые возможности для творчества и самовыражения. Мы можем создавать совершенно новые образы с помощью смартфона. И мы с вами будем первыми, кто сможет это сделать. Со всеми этими крутыми штуками вы можете хранить что угодно, вы можете запечатлевать свои любимые моменты снова и снова и переживать их. Note 10 оснащен всеми возможностями для хранения. Возможности хранения такие же, как у ноутбука, только без ноутбука. Для того, чтобы рассказать вам больше о возможностях этого экстраординарного устройства, давайте поприветствуем Пуджаве. Дрю, большое спасибо. Это просто фантастика. Я очень рада быть с вами сегодня и рассказать вам еще больше о великолепии Note 10 и экосистеме Galaxy. С самого начала мы создавали устройства Note для того, чтобы они были быстрыми, мощными и долговечными. Поэтому вы всегда можете рассчитывать на максимум. Знаете что? Note 10 раздвигает эти границы еще дальше. Это идеальный инструмент для тех людей, которые постоянно находятся в движении. Людей, которые сочетают жизнь и работу, и когда одно перетекает в другое. Давайте для примера поговорим о мне. Я мама, я работаю, у меня две дочери, и, как вы можете догадаться, я очень занята. С помощью своего Note я слежу за своей жизнью, я контролирую все, будь то дома или на работе. Я пишу заметки, я фиксирую какие-то особые моменты, как вот этот, и да, это моя дочка, вот она на экране, это снимок двухлетней давности, но Note позволяет мне управлять всеми аспектами своей жизни. И знаете что? Наши телефоны с нами 24 часа в сутки. Если наш телефон, смартфон, работает лучше, значит и мы вместе с ним работаем лучше. И одно из лучших доказательств этому — это гейминг, это игровые возможности. Смартфоны очень быстро стали самыми популярными игровыми платформами в мире, особенно если вы играете в тяжелые игры. Note 10 позволяет вам ощутить действительно эпические моменты. Наш бустер, интеллект-бустер для игр, он анализирует ваши паттерны в игре и оптимизирует производительность смартфона индивидуально под вас. Более того, Note 10 обладает специальной камерой, которая охлаждает ваш телефон, даже если игра становится очень и очень горячей. Поэтому, может, вы очень пассионарный геймер, вы играете постоянно, играете время от времени, неважно, у вас будет самый лучший опыт из всех возможностей. И что касается PC-геймеров, что касается игровых консолей, много пользовательских игр, здесь возможности и мощности имеются очень, играют очень важную возможность. Вы можете подключить других игроков к Note 10 и другим элементам семейства Galaxy. Поэтому вы можете проверять статус своей игры с помощью лаунчера, который встроен. Он называется Discord. Это просто великолепно, не правда ли? Может быть, вы играете постоянно. Может быть, вы хотите рассказать о том, что происходит в игре друзьями. Вы можете делать это с помощью вашего смартфона постоянно. Потрясающий гейминг. А теперь мы переходим к продуктивности. Note 10 — это очень мощная машина. Очень быстрый процессор и безупречная графика. И с помощью самой-самой лучшей батареи, аккумулятор, который встроен в Note, этот аккумулятор продержится целый день. Более того, ваш Note 10 оптимизирует использование аккумулятора для того, чтобы вы могли делать то, что наиболее важно в каждую минуту. Если все-таки нужна подзарядка, на это уйдет немного времени, потому что поддержка Note 10... Note 10 поддерживает беспроводную зарядку, и впервые Note 10 Plus также поддерживает супербыструю зарядку до 45 Вт.
Буквально за 30 минут, если мне нужно зарядить свой какой-то свой телефон очень быстро, это без проблем. Буквально за 30 минут я могу, делая какие-то свои дела дома, утром зарядить телефон, и он будет со мной на протяжении всего дня. Нет сомнений, что Note 10 — это сверхмощный телефон, и нам необходимы мощные сети 5G, которые будут поддерживать его. Это гипербыстрые сети, гиперсвязанность, которая позволяет трансформировать буквально каждую отрасль. Что это означает для нас с вами в практическом смысле? Предположим, что мы делаем живой стриминг какого-то концерта. Теперь вы можете персонализировать ваш пользовательский опыт как никогда раньше. Теперь вы можете смотреть самых разных углов и даже делать зум, приближать картинку, чтобы увидеть любимого исполнителя. Или если вы хотите зафиксировать, например, вы снимаете какую-то гонку, вы можете делать реплей, вы можете перематывать вперед-назад и делать замедленную съемку. Samsung является пионером в сетях 5G. Galaxy S10 Plus является первым коммерческим смартфоном, который поддерживает эту расширяющуюся новую сеть. И теперь мы даем эту силу Note 10 Plus, поддержка сетей 5G. Большое спасибо. Эксперты говорят о том, что Samsung превзошел их ожидания. И они признают наши лидерские заслуги в том, чтобы создавать устройства, которые поддерживают сети нового поколения, в том числе и 5G. 5G — это не просто самая быстрая мобильная сеть. Мы также стремимся к тому, чтобы это была наиболее безопасная сеть. С помощью системы Samsung Knox наши устройства защищены, как защищены профессиональные устройства. Мы доверяем все-таки нашим устройствам. Самое ценное, что у нас есть в жизни, это данные. Knox встроен в Note 10 и напрямую связан с чипсетом для того, чтобы вы были единственным человеком, который имеет доступ к вашему смартфону. И с помощью регулярных обновлений вы можете быть спокойны в том плане, что ваш телефон всегда будет защищен. Note 10 дает вам всегда быть на связи с супербыстрыми сетями и со всей экосистемой семейства Galaxy. Мы, Samsung, всегда работаем над тем, чтобы ваше устройство работало в сопряжении с другими устройствами и делало вашу жизнь удобнее. Это устройство, которое находится в вашем кармане, это лэптопы, это ноутбуки, это умные часы и все остальное. И теперь я хотел бы представить новую звезду в экосистеме Galaxy. Это Galaxy Watch Active. Мы работали с предпринимателем Рой Чой на этой неделе. Давайте посмотрим, на что способно это устройство. Есть очень много замечательных функций в Galaxy Watch Active. Ну, во-первых, они выглядят просто великолепно. Во-вторых, мне очень нравится, что есть идеальный размер, даже для такой кисти небольшой, как и моя. Но это еще не все. Мы вернули вращающийся bezel кайму, который всем нравился. И теперь она не в аналоговой, а в цифровой форме. И это позволяет вам работать эффективнее с экраном, лучше оперировать информацией, которая наиболее актуальна для вас. Galaxy Watch Active стали не просто часами. Это ваш идеальный компаньон, который позволяет вам управлять всем, что происходит в вашей жизни, любыми перегрузками, которых у нас много. Это ваш персональный тренер, который всегда с вами при любых спортивных занятиях. Нам всегда нужна поддержка, и его мощный сенсоры мониторят многие параметры качества сна, уровень стресса и много другое, и дает вам коучинг в реальном времени с помощью аудио-обратной связи, которая позволяет вам достигать ваших фитнес-целей. Теперь ваши тренировки динамичны, эффективны и, самое важное, они приятные. И это еще не все.
для всех нас, кто занимается бегом. Мы поработали с фитнес-экспертами для того, чтобы сделать Galaxy Watch Active 2 с помощью специального выпуска Under Armour. Давайте посмотрим, как все это выглядит. Отлично. Мне хочется пробежаться прямо сейчас. И, как вы видите, это специальное издание открывает совершенно невероятный опыт и возможности. Теперь вы раскрываете полный потенциал экосистемы не только Galaxy, но также и Under Armour. И теперь есть потрясающее предложение MapMyRun, которое дает вам подсказки, дает вам всю информацию, теперь ваш бег становится более успешным, более удобным, и колени скажут вам спасибо. Кроме того, записываются все данные вашей пробежки, вы можете отслеживать свой прогресс и двигаться быстрее к вашему плану. И всем нам это нужно. Кроме того, вы можете сделать еще один шаг вперед. Вы можете синхронизировать ваше устройство с специальной обувью Under Armour, и теперь вы можете получать еще больше информации о том, как осуществляются ваши тренировки и ваш бег. Мы очень рады этому партнерству и тому, что можем предоставить вам такой новый, беспрецедентный опыт. То, что мне нравится больше всего в Galaxy Watch, что я могу постоянно быть на связи, я могу даже оставлять свой смартфон, потому что есть версия LTE. И теперь вы можете принимать звонки, отправлять сообщения напрямую с ваших часов. Если вы залогинились в ваш аккаунт Samsung, вы можете также получать доступ к многим другим сервисам. Это Samsung Pay, Samsung Health. И если вы слушаете что-то на Spotify, теперь вы можете проигрывать ту же самую песню на ваших часах. Вы можете слушать постоянно с помощью Galaxy Buds и с помощью ваших часов. Теперь вы можете использовать часы для того, чтобы делать групповые селфи с вашего телефона. Это круто, не правда ли? И теперь Watch Active 2 становится еще более мощными, когда вы используете вместе с вашим смартфоном, потому что Note 10 обладает функцией беспроводной PowerShare. Это означает, когда батарейка садится, вы можете просто положить часы на тыльную сторону вашего смартфона для автоматической подзарядки. Легко, просто и удобно. Когда мы соединяем самые важные устройства и сервисы в нашей жизни, теперь экосистема Galaxy дает вам возможность делать то, что для вас наиболее важно, будь то бег для марафона или пикник с вашей семьей. Galaxy Watch Active 2 позволяет вам быть стройным, подтянутым, здоровым и постоянно быть на связи. И теперь самое лучшее. Что касается доступности этого устройства, Active 2 продается по цене, начиная с $279 и доступна с 13 сентября. Кроме того, вы можете также получить Galaxy Tab S6, о чем Дрю говорил недавно, буквально через пару недель, начиная с $649, и первые устройства будут предлагаться 23 августа. Нет никаких сомнений, что эти новые девайсы помогут вам полностью реализовать ваш потенциал и отразить ваш дух первопроходца, чтобы вы делали то, что вы делаете лучше всего, неважно, куда вы отправляетесь. И теперь, для того, чтобы сказать вам больше о будущем вычислительных мощностей, Хасан Анджей. Большое спасибо. Как ваши дела сегодня? Отлично. Эти девайсы, которые мы представляем сегодня, помогают нам управляться со своей жизнью, с работой и отдыхом. Я часто путешествую, и думаю, что многие из вас тоже. Мы с вами постоянно в движении. Где бы мы ни находились, мы хотим воспринимать информацию в реальном времени. Note 10 — это идеальное устройство для тех, кто постоянно на бегу. Но иногда нам нужен полноценный опыт работы с
полноценным компьютером, для того, чтобы решать свои задачи. Вот почему мы 2 года назад представили Samsung DeX. Samsung DeX дает вам опыт, такой же опыт, как привычная работа на обычном компьютере. И всем вы управляете прямо с Galaxy Note. Мы постоянно работали над DeX каждый год для того, чтобы сделать эту платформу еще лучше. И сейчас я рад объявить, что теперь DeX работает также с вашими ноутбуками, с вашими настольными компьютерами, с PC и с Mac. Все, что вам нужно, это соединительный кабель. Таким образом, DeX расширяет ваши возможности до уровня настольного компьютера. Мы сделали еще один шаг, внедряя новые инновации. И теперь, сегодня, мы объявляем новое партнерство с нашими друзьями компании Microsoft. Мы интегрируем ключевые сервисы в Note 10. По сути, мы объединяем мобильный опыт и опыт работы с персональным компьютером. Давайте поприветствуем из Microsoft Шипра Ранганатан. Спасибо большое. Добрый день всем. Я очень рада быть с вами сегодня на этой презентации. Наша миссия в Microsoft заключается в том, чтобы дать возможности каждому человеку и каждой организации на нашей планете, чтобы они достигали большего. Поэтому я очень рада нашему партнерству с компанией Samsung. И сегодня мы предлагаем вам новый Galaxy Note 10, который позволяет работать с программным обеспечением Microsoft для того, чтобы вы были максимально продуктивны где угодно. И сегодня хочу показать вам некоторые ситуации, некоторый опыт интегрированной работы, над которым мы работали уже какое-то время. Мы все очень заняты, мы постоянно пытаемся справляться со многими обязанностями, мы работаем с самыми разными платформами и устройствами, и таким образом мы используем целый ряд устройств. Иногда это не очень эффективно и даже контрпродуктивно. С помощью Note 10 мы поработали с Samsung для того, чтобы интегрировать такую связь. Вы можете вот так нажать на кнопку интеграции. Я опускаю шторку вот так вот и связываю свой Galaxy 10 с настольным компьютером. Таким образом могу соединить мой компьютер и телефон. Когда связь установлена, вы получаете доступ к своим фото, контенту, уведомлениям и всему остальному, что есть в ваших приложениях. Теперь я могу отвечать на сообщения. Я также могу включить какое-то фото, которое я недавно сняла на телефоне, и теперь могу отослать это, используя, конечно же, клавиатуру. Все мои уведомления теперь отражаются на компьютере. Эти уведомления нативно интегрированы в Windows, и теперь, например, какой-то друг отправляет мне сообщение на телефон, я вижу, что это уведомление приходит и сюда. Я могу ответить это прямо здесь, или просто сделать клик, и это уведомление уходит. Теперь весь экран моего смартфона отображен на экране телефона. И я работал сейчас с помощью мышки, но, конечно, как правило, я работаю с тачпэдом. Поэтому я делаю такой свайп, я могу посмотреть на все приложения, которые сейчас находятся на моем телефоне. Захожу в галерею, это те фото, которые вы только что вы видели. Я делаю пинч, я приближаю, удаляю. Если кто-то отправляет мне какие-то сообщения, я могу делать то же самое или видеоконтент также на большом экране. И позднее, в этом году, мы сможем предоставить вам возможность получать звонки, принимать их, отправлять их прямо с ноутбука. С помощью Note 10 мы даем вам более интегрированный, глубокий опыт работы с Outlook и OneDrive. Что касается облака OneDrive, вы можете получить доступ ко всем вашим фото, изображениям, и скоро галерея Samsung сможет синхронизироваться напрямую с OneDrive. Некоторые из нас фотографируют что-то для того, чтобы послать какую-то информацию, паспортные данные, водительское удостоверение. Наш новый функционал, личный сейф OneDrive, помогает вам хранить всю эту информацию в облаке. Теперь я могу открыть этот Vault, этот сейф, с помощью биометрического распознавания на своем Note 10, могу просканировать все эти чувствительные документы и хранить их безопасно. Давайте сейчас попытаемся просканировать мои водительские права, вернее, они не совсем мои. Итак, я делаю фото, теперь OneDrive почищает, и я могу загрузить это изображение. Когда я закончила, я могу закрыть это изображение. Вот так. И есть система безопасности и в облаке, система безопасности на Note 10. И если вы такие же, как и я, то вы можете легко приоритизировать те письма, которые очень важны. С помощью приложения Outlook и S Pen мы даем вам интегрированные возможности делать именно это. Работая в партнерстве с Samsung, вы получаете доступ ко всем вашим письмам. Я делаю это в Outlook, и прямо сейчас я могу поработать со своей почтой, какой-то запрос на переговоры, почта, теперь
теперь я могу оперативно ответить напрямую, без того, чтобы выходить при этом из Outlook. Если хочу быстро ответить на какое-то письмо, я могу использовать подсказки Outlook для того, чтобы быстро вставить ответ на какое-то письмо. И также с помощью стилуса я персонализирую этот ответ вот таким образом. И письмо уходит. И с помощью S Pen вы можете очень удобно работать с Outlook. И S Pen действительно создан для повышения продуктивности. С помощью Outlook вы будете еще более продуктивно работать со своей электронной почтой. Я очень рада нашему партнерству с Samsung, нашей работе по инновациям и предоставлению дополнительных сервисов. Мы помогаем вам в вашей рабочей ситуации, работая с новым Galaxy Note 10. Это начало потрясающей коллаборации между Samsung и Microsoft, и вместе мы занимаемся тем, что очень важно для нас, самое важное. Это вы, наши клиенты. Большое спасибо, Хасан. Даю вам слово. Большое спасибо. Как вы видите, это партнерство с компанией Microsoft действительно меняет то, как мы с вами пользуемся своими компьютерами и телефонами. Вы можете все это потестить потом в нашей продуктовой зоне после презентации. Те устройства, которые вы видите сейчас, они созданы для нового поколения пользователей. Это поколение, которое полагается на технологии, с тем, чтобы работать целый день, неважно, где мы находимся. Нам нужно, чтобы все наши девайсы были бы портативными, мобильными и производительными одновременно. Вы уже познакомились с Note 10, с Tab 6 и с потрясающими часами Watch Active 2. И как специалист по продуктам, я очень рад, что могу представить вам еще одного члена семейства Galaxy. Это девайс, который будет олицетворять новую сферу продуктивности — Galaxy Book S. Это действительно потрясающий девайс. Он очень тонкий, он очень легкий. Представлен в двух цветах. Потрясающий 13-дюймовый экран, идеальный для того, чтобы просматривать видеоконтент и работать в движении. Он похож на ноутбук, но все-таки у него сущность смартфона. Это лучший из двух миров благодаря нашим друзьям из Qualcomm и компании Microsoft. Более того, исполнительный директор Qualcomm вместе с нами сегодня, Стив, добро пожаловать. Мы очень рады, что вы с нами. Благодарим вас. Благодаря компании Qualcomm, Galaxy Book S обладает очень мощным чипсетом. Это означает, что теперь вы можете работать где угодно и как угодно. Ведь наши телефоны постоянно на связи. Почему бы и нашим ноутбукам не быть такими? С помощью Galaxy Book S вы получаете именно это. Прочная и надежная связь. Операционная система Windows 10, Microsoft Office и ваши приложения, о которых мы уже сегодня слышали, которые сегодня видели. Это новый уровень партнерства между компаниями, который олицетворяет собой самое начало. Galaxy Book S представляет собой мощь мобильной вычислительной силы. Он будет работать с вами на протяжении всего дня. Очень мощный аккумулятор, который будет жить 23 часа.
So, if you're going camping overnight, если вы отправились куда-то с ночевкой, вы хотите взять с собой Galaxy Book S, не нужно думать о том, чтобы брать с собой зарядное устройство. Ну и да, я один из этих парней. Но что же, бывают разные ситуации, конечно, когда отправляешься в такие поездки. Когда мне нужно подключиться, мне не нужно носить с собой очень тяжелые зарядные устройства. Я могу использовать те же самые провода, что и для Galaxy Note 10. The Galaxy Book S is the perfect device for people who want to get things done on the run. Хочет работать в ситуации движения. Starting at $999, он будет доступным, начиная с $999, будет представлен в сентябре. Thank you. Благодарю вас. And on that note, I can't wait for you to try it out. И мне очень интересно услышать ваше мнение о том, как будет выглядеть ваш опыт работы. Давайте поприветствуем на этой сцене Дрю Блэкарда. Thanks, Hassan. We didn't just introduce new Большое спасибо. Devices мы представили today. Мы сегодня не просто новые устройства. Мы представили вам новый образ жизни. Это новый опыт, который касается каждого устройства, каждого сервиса и каждой платформы. Что касается Samsung Galaxy. Каждый продукт, который мы создаем, каждый опыт, который мы создаем для вас, создан для того, чтобы сделать вашу жизнь удобной и комфортной. Для того, чтобы вы могли развлекаться, отдыхать и работать, путешествовать. Не важно, что вы выберете, Note 10 или Note 10+. Это новый мир возможностей. Note 10 будет продаваться, начиная с $949. Note 10+, начиная с $1099, с 23 августа. Предзаказы будут доступны уже начиная с завтрашнего дня. И впервые вы сможете сделать предзаказ в Microsoft Store, неважно, где вы находитесь. Мы создаем устройство Samsung Galaxy для того, чтобы вы жили так, как вы этого хотите. Вы можете быть креативными, можете быть продуктивными. И самое важное, вы можете быть самими собой. Давайте поприветствуем на этой сцене еще раз DJ Ko. Thank you, Drew. Дрю, большое спасибо. What a great show so far. Это было прекрасное шоу. The Galaxy Note 10. Galaxy Note 10. The most powerful, самый инновационный mobile experience. И самый технологичный смартфон в мире. The Galaxy Book S. Galaxy Book S. A new mobile computing category. Новая категория мобильной вычислительной мощности для нового мобильного поколения. But И при этом надо сказать, что мы еще не закончили со всем этим. Не беспокойтесь, я не забыл. Я не забыл о том, что пообещал вам сегодня особого гостя. Я понимаю, что мы не можем выполнить обещание инновации, опыта, делая это самостоятельно, потому что новый опыт мобильности требует открытых коллабораций. Это тот подход, который, по нашему мнению, должен быть присущ всем технологическим компаниям. Это ответственность, которую мы берем на себя и которую можем разделить с другими. И мне очень приятно сказать о том, что компания Samsung работает в партнерстве с компанией Microsoft, о чем и было уже сказано сегодня. Samsung и Microsoft шли рука об руку многие годы для того, чтобы компьютеры стали более производительными, более мощными и более удобными. Ну а теперь мы открываем новую главу нашего обязательства с тем, чтобы сделать устройства более продуктивными и стереть границу между мобильными устройствами и стационарными устройствами. Для того, чтобы рассказать об этом больше, давайте поприветствуем здесь исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла. Благодарю вас.
Thank you so much, DJ. It's so awesome to be DJ, here. Большое спасибо, очень приятно быть с вами на этом мероприятии. Microsoft и Samsung разделяют долгую историю совместных инноваций, инноваций, которые касаются абсолютно всего, будь то программное обеспечение или что-то еще. И то, о чем мы сегодня услышали, то, что мы сегодня увидели, знаменует новый этап нашего партнерства и означает фундаментальное изменение того, как мы будем взаимодействовать с самыми разными устройствами своей жизни. На протяжении многих лет приложения создавались для конкретного устройства, будь то какой-то смартфон, PC или, может быть, даже ваши часы. Но в сегодняшнем мире, где есть облачные сети, 5G, искусственный интеллект, нам нужно совершенно по-другому подходить к этим вещам. Мы верим в такое будущее, которое будет многоплатформенным и многосенсорным. Каждый наш опыт будет основываться на этом подходе. Мир уже готов к новой модели взаимодействия. И компьютеры не ограничиваются каким-то одним устройством. Все фокусируется вокруг человека. Это включает в себя самые разные устройства в нашей жизни. И вместе с компанией Samsung мы делаем это реальностью. И наша цель заключается в том, чтобы помочь людям стать продуктивнее, неважно, какое устройство или платформу они используют. Будь то звонки, сообщения, имейлы, фото, видео, что-то еще, это стало частью нашей повседневности. И это должно быть на высшем уровне. То, как мы взаимодействуем с самыми разными устройствами, этот опыт должен быть бесшовным. Как вы видели и слышали сегодня, сейчас мы можем моментально синхронизировать свой контент по всем устройствам. Вы можете делать какие-то аннотации, мы можем все это редактировать, и самая личная информация может быть безопасной и может быть на кольчиках ваших пальцев. Мы можем принимать и отправлять звонки, в том числе и со стационарных устройств, делая это с помощью стилуса прикосновения, голоса. Миссия Microsoft заключается в том, чтобы усилить потенциал каждого человека и каждой организации на нашей планете. И в любой момент времени мы хотим, чтобы в вашем распоряжении были самые лучшие возможности, где бы вы ни находились. И сочетание интеллектуального опыта Microsoft и невероятных инновационных устройств Samsung, таких как Galaxy Note 10, Galaxy Book S, делают все это возможным. И это лишь начало. Предстоит сделать еще гораздо больше, и мы с воодушевлением думаем о нашем партнерстве. Диджей, и хочу пригласить вас на сцену. Благодарю вас, господин Наделла. Спасибо большое. До скорого. Спасибо большое, что вы были с нами сегодня, Сати. Мы надеемся на долгое и плодотворное партнерство для того, чтобы создавать новую мобильность, многоплатформенную мобильность, мобильность, в основе которой был бы самый различный опыт. Я считаю, что такого рода партнерство является идеальным примером того, что мы имеем в виду, когда говорим об открытом сотрудничестве. И влияние такой философии простирается также на самые разные направления и инициативы с тем, чтобы создавать новый мир, который будет более умным, более безопасным и более устойчивым. Мы берем на себя такую ответственность, в том числе реализуя и образовательные программы. Например, одна из них называется Solve for Tomorrow. Начиная с 2010 года, нам удалось помочь 840 тысячам студентам, которые проживают в 26 странах, которые нашли для себя новые технологические решения для того, чтобы заниматься различными вопросами, напрямую связанными с качеством их жизни. Мы также работаем над тем, чтобы наш мир был более устойчивым, более экологичным, занимаясь вторичной переработкой тех материалов, которые используются в наших устройствах. И с помощью таких программ, как Galaxy Upcycle, мы стремимся к тому, чтобы все смартфоны Galaxy были включены в новую систему промышленного интернета вещей. И с гордостью хочу сказать, что мы являемся частью целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций для того, чтобы бороться с бедностью, бороться с преступностью и неблагоприятной экологической ситуацией. И мы видим, что
Ситуация меняется к лучшему. Большое спасибо. Ну а теперь хочется сказать, что с помощью новых технологий мы можем достичь большего и решать наиболее насущные проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Поэтому сегодня с большой радостью я хочу объявить о том, что мы расширяем нашу работу по направлению цели устойчивого развития ООН для того, чтобы достичь этих целей к 2030 году. В рамках данной инициативы мы предлагаем сообществу Galaxy простые, но тем не менее мощные способы того, чтобы познакомиться с этими целями и оказать им всемирную поддержку. В основе этой инициативы лежит новое приложение Samsung, которое установлено на смартфонах с тем, чтобы привлечь внимание, а заодно и привлечь средства для реализации этих целей. Кроме того, мы запускаем новый специальный выпуск аксессуаров для устройств Galaxy, прибыль от которых будет направлена на реализацию этих достойных целей. Для того, чтобы рассказать об этом, спасибо большое, для того, чтобы услышать об этом, давайте поприветствуем администратора UNDP Адам Атхим Штайнер. Диджей, большое спасибо. Добрый день, дамы и господа. Очень приятно видеть вас. Приветствую всех, кто смотрит нас по всему миру. Я чувствую, как бьются наши сердца, и уверен, что вот эта потрясающая технология, сила нашего творчества и изобретательности будет объединять нас. Как Диджей Ко только что сказал, это также и сила сотрудничества, и мне приятно быть здесь сегодня и представлять то, что, наверное, является самой большой открытой платформой, собственно, Организации Объединенных Наций. И вместе мы говорим о начале нашего партнерства, которое, по сути, является беспрецедентным с тем, чтобы охватить многие миллионы людей и позволить им быть частью этого нового открытого сообщества, которое думает о том, каким будут наши завтра. Технологии потрясающие. Технологии дают нам силу, возможности, они соединяют нас. И эти глобальные цели, наверное, являются самой мощной декларацией нашего сотрудничества и взаимозависимости. Поэтому сегодня, запуская вот эти новые инициативы между ООН и Samsung, я горжусь тем, что мы можем открыть новую главу, помогая людям стать ближе и понятнее друг для друга. Глобальные цели, по сути, приглашение абсолютно для каждого гражданина нашей планеты, с тем, чтобы они почувствовали, что они могут изменить что-то к лучшему. С помощью этих глобальных целей мы можем лучше учиться, мы сможем оказывать поддержку этим целям, мы сможем генерировать новые источники дохода для многих людей, и, конечно же, сможем осуществлять благотворительные взносы. Возможно, вы никогда не слышали о целях устойчивого развития ООН раньше, но если вы являетесь частью этого ивента, если вы являетесь частью экосистемы в настоящем или в будущем, надеюсь, что наши пути еще пересекутся, и хочу сказать, что ООН принадлежит вам. Глобальные цели развития не чьи-то, они ваши, они объединяют нас и позволяют нам бороться с изменением климата, бедностью, различными пандемиями, для того, чтобы наш мир стал еще более взаимосвязанным. Половина мира еще не подключена к глобальным сетям, о чем мы говорили сегодня. Поэтому я представляю эту мощную идею, что сегодня, соединив руки вместе, используя эти новые инновационные продукты и технологии, давайте сделаем так, чтобы глобальные цели стали обещанием яркого будущего для всех. Диджей, большое спасибо за то, что и вы помогаете сделать это реальностью. Ну что ж, давайте попробуем сфотографироваться вот так. Мы будем играть вместе, в том числе играть в футбол. Большое спасибо. Еще раз благодарю вас. Ну что же, теперь у нас есть сила для того, чтобы вдохновить сообщество Galaxy с тем, чтобы они делали небольшие шаги к достижению огромных целей. Хотелось бы пройти эти
пути, эти шаги с вами для того, чтобы предоставить новому поколению новый мобильный опыт, который поможет нам стать лучше и нашим обществом стать более эффективными и результативными. Благодаря всем, кто является частью этого сообщества, благодаря всем, кто присутствует здесь сегодня в этом зале и кто смотрит нас в трансляции, это станет реальным. Спасибо за то, что вы сегодня были с нами. Thank you, Samsung members. Благодарю всех членов команды Samsung. Thank you. Большое спасибо.